Хорошо-то как. Красота. Так бы и жил здесь. Жрать только нечего. У тебя муха то, что на рту сидел. Здравствуйте, товарищи. Сегодня нас судьба, как обычно, занесла в нелегкие таежные условия. Мы уже идем по лесу где-то третий день. Мы уже сбились. Третьи сутки. И пора бы уже что-нибудь покушать. И сегодня вместе с вами мы попробуем поймать какую-нибудь лесную дичь. Либо таежного фламинго, либо обычного русского тетерева. Приступим. А ловить нашу птичку мы будем с помощью средств, которые входят в набор любого походника. Это соленый попкорн и бейсбольная бита. Сейчас мы в качестве попкорна высыпем приманочку и из засады ударим птицу бейсбольной битой. Ничего, в следующий раз удача нам обязательно улыбнется. Зачастую для поймки таежного фламинго применяются сильные токсичные химикаты, например, хлорнатриевая соль. Способ данный хорош тем, что весьма просто поймать таким образом птицу. Достаточно отравить прикормку и спрятаться. Птица поедает отравленный корм и довольно быстро ее ждет летальный исход. Проблема данного метода в данный момент, то что пойманную дичь, как правило, нужно будет вываривать в ацетоне. К сожалению, мы забыли канистру с керосином на нашей туристической базе, поэтому данный метод поимки дичи для нас неприемлем. Что же, первая попытка поймать птичку не увенчалась успехом. Но ничего, у таких опытных охотников всегда есть еще в запасе не один козырь в рукаве. Следующей методикой будет ловля на искусственный скворечник. Не так давно мы заказывали пиццу, и у нас осталась коробка. На коробке мы рисуем скворечник. Птица по ошибке воспринимает его за настоящий. Пытается в него зайти. Бьется головой, теряет сознание, и мы ее добиваем. Бау! Итак, дорогие друзья, первый трофей пойман. Голодными мы не останемся, нам очень повезло сегодня. Это редкий таежный фламинго. Не часто он попадается. Многие, мы вообще ни разу в жизни не видели такую птицу. В общем-то, как и мы до этого момента. Вот, но нам повезло, мы слышали, как недалеко отсюда тетерев поет матерные частушки. Поэтому, я думаю, мы выследим его, поймаем. И ужин у нас сегодня будет просто замечательный. Ну что ж, друзья, первая серия наших охотничьих приключений подошла к концу. В следующей серии мы вам расскажем, как поймать русского тетерева. А пока что оставляем комментарии под видео, ставим лайки или дизлайки, подписываемся на канал. А если у вас есть какие-то свои охотничьи байки, обязательно оставляйте их в комментариях. Всем пока! Знаешь, тайга сильно меняет людей. Раньше я был гетеро.